Как сегодняшняя игра? Понравилась, не понравилась? Но результат, конечно, замечательный. Я думаю, никто не поспорит с этим. Может быть, вы ожидали большего? Или какие-то неудачи могли постигнуть вас по ходу игры? С командой и с тренером еще не обсуждали, но я лично считаю, что все установки выполнены, все хорошо сделали, забили много голов. Попрактиковался наш новенький вратарь Вадим. Я очень рад, что он вышел, отдал голевую, как и я. Я очень доволен собой тоже. Мне кажется, все хорошо было, отлично сыграли, но самое важное второй матч выиграть, и тогда будет все отлично. Мы выйдем из группы, и первая установка будет выполнена на этот турнир. А следующее – выиграть этот турнир. Что помогло вам во время матча? Командная работа, какая-то стратегия, тактика или, может быть, просто успех простецкий? Честно, не знаю. Ну, мы собранная команда, мы давно все знакомы, поэтому мы знаем то, что все хотят выиграть, все хотят много забить. Просто любим футбол и кайфуем от этого. Какие планы на будущее в этом кубке? Выиграть этот кубок. Порадовать нашего тренера Василия Кузьмин. Ага. Ну и напоследок, подскажи, пожалуйста, что в целом о соперниках можешь сказать? Они могли вас обойти? Или, может быть, обойдут как-нибудь? Или вы не дадите им, скажем так, повода для этого? Не дадим. Вообще не дадим. Хорошая. О соперниках что сказать можешь? Хорошая команда, но не дотянули. Но соперников нельзя недооценивать. Может быть, в каком-нибудь следующем сезоне они нам дадут бой. Но не сегодня. Спасибо большое.